Привет, друзья, подписчики мои. Сегодня будем тестировать сборки из буклета. И вы знаете, друзья мои, вот это вот сборки, они очень даже выглядят интересно. Давайте приступать. Надеюсь, что у нас все будет хорошо. И вроде я посмотрел. Я хотел собрать их до кадра, но подумал, что, блин, сами будет это собрать интереснее. Во-вторых, они правда действительно прикольные и интересные. Потому что, ну, как будто у нас реально получится три разных волчка. Потому что три драйвера, три диска, все вроде как интересно. Но перед роликом, друзья мои, где же будет турнир много другое, вы еще не в курсе, сейчас вам все расскажу. А новый турнир от магазина Pralivskiy.ru пройдет уже 29 августа. Ребята, по адресу метро Юго-Западная, улица Никулинская, дом 2, корпус 1. Поднимайтесь на 6 этаж, и там будет все. Ребята, в призах Такаратоми, там есть возможность вас встретить со мной, побатлить, посражаться, выиграть кучу разных волчков, встретиться им с друзьями и просто круто провести время. И если вам такое интересно, ребятки, то ссылочка в описании. 29 августа турнирчик по Бейблейду in Moscow. Ссылочка в описании к этому ролику. Пока-пока. Давайте собирать. Так, нам потребуется для первой сборки. Тут по дискам на самом деле не совсем понятно, но нам потребуется точно. Тут много всего на самом деле реально требуется, дофига всего. Значит, в первой сборке у нас используется... Как-то мы берем... Убираем чип отсюда. Убираем чип отсюда вот от этого волчка. Где? Как-то все сложно. Значит, вот так мы делаем. Затем мы берем внезапно Роктавора Классик. То есть мы его разбираем, собираем. Как больно пальцам! Так, и тут мы тоже убираем от Белила. И мы собираем какую-то, получается, вот такую вот сборку. То есть, понимаете, да? Сразу и верхушка, и диск, и все идет от одного волчка. Это приятно, это круто. Вот так это выглядит. Не знаю, есть ли в этом смысл. Просто хотел сделать по картинке. И давайте поставим сюда драйвер от Валькирии. Вот так просто у нас выглядит данная сборка. Просто и одновременно, я думаю, хорошо. Дальше у нас идет чип от Белиала. Так, у нас получается... Да, слушай, у нас получится три волчка. Надо же, давно такого не было. На самом деле, вы можете сказать, ну, блин, а как они сделают из три волчка из буклета, когда волчков еще особо нет? Я с вами согласен. Ну и под конец пятого сезона мы тоже сами сборки были не совсем три. Там тоже были нюансы. То есть одна деталька использовалась в двух-трех сборках. Это не круто. Так, нам потребуется... Я единственное, что здесь нарисован этот вот желтый. Этот желтый, по-моему, у нас идет... Убелила, да, желтый убелила, но мы его использовать не будем. Возьмем слой от Валькирии, нам нужен слой от Валькирии. Возьмем розового белила, ну, потому что я уже его разобрал. Вот так мы это делаем. Ставим вот так вот, белила на Валькирию мы ставим. Нам же не цвет нужен, а качество самой сборки проверить. Потом диск у нас идет от Роктавора, и внезапно драйвер у нас идет... От Фафнира. Вопрос в том, с чем же я все это дело буду тестировать. Это, конечно, вопрос интересный. Остается у нас открытый. Как-то вот такая у нас получается сборка. Класс! И как раз-таки финальный чип мы ставим на Роктавошу. Вот это круто. Вот это круто. Мы ставим чип на Роктавошу. Во как. Да. Класс. Диск мы используем, между прочим, от Сюдова. Класс, и внезапно драйвер, конечно, логичнее было бы драйвер взять от Роктавора, вот такой желтый, но здесь написано, нам нужен для этой сборки драйвер от Wild Wyvern, Jet Wyvern, ну окей, окей. Вот такая вот сборка, ребята, какая сборка нравится больше вам, в комментариях напишите, лично мне нравятся все три, немножко мы тут цвет убелила не тот, и немножко диски там снизу тоже не те, но я думаю, даже в таком исполнении эти сборки должны показать себя как минимум неплохо, по крайней мере, то, что у меня их три в руке, это уже меня радует, друзья мои, погнали батлить. И вопрос, с кем же батлить, остается открытым. Я предлагаю, друзья мои, батлить, знаете, с кем? Начать с Богомута. А, у меня еще Апокалипсис. А как раз Апокалипсиса мы и протестируем. Ну все, хорошо, в принципе, два волчка уже есть у нас для батлов. И я предлагаю приступать. Погнали, чё? Погнали, чё? Погнали, чё? Погнали, кто? Погнали, куда? Погнали, с кем? Погнали, наших. Куда-то, кто-то, где-то. Итак, у нас Богомут против новой суперсборки. Не знаю, как она называется, да, мне все равно. Но смотрится это дело любопытно. Смотрится любопытно, учитывая то, что столько деталей у нас сегодня используется. Это хорошо. Пока что у нас
идет нос к носу. Почему с Багамотом? Во-первых, потому что он у меня остался, а во-вторых, потому что он все-таки довольно интересный волчок. Ну, слушай, ну, неплохо держался такой Белел Рактавор, Динамит Рактавор я бы его назвал, вот, с допчиком от Фафнира. Неплохо. И давай проверим его против еще атакующего волчка, против самого по себе Белела. А открылся у нас моторчик. Загонял Рактавор. Не знаю, тут кто выиграет. Не думаю, что Рактавор, но в целом. Хотя... Слушай, ну у нас не совсем корректный тест, но, по крайней мере, эта сборка показывает себя неплохо, даже, я бы сказал, хорошо. Во-первых, более того, она выглядит, ну, как минимум, симпатично. Она прям вот крутая. Слушай, я только знаешь чего? А вот волчки, которые... Я что-то, знаешь, не думал никогда об этом. А вот левосторонний чип от Багамута, мы его можем нацепить на правостороннего? В комментариях, что-то я туплю. А можно так сделать или нет? Раньше было нельзя. Хорошо. Ой. Нет, только не под стол. А, хорошо. Продолжаем тестировать. Рактавора протестируем против того же Багамута. Так. Посмотрим. Рактавор Валькири. Это у нас третья получается сборка из трех. Это третья, а вторую мы еще не протестировали. Ну, неплохо. Слушай, я вот правда думаю, а можем ли мы поставить... Или нет, наверное, не можем, да? Наверное, мы не можем поставить чип. Ну да, наверное, нет. Какая-то есть там особенность, своя фишка, я бы так ее назвал. Ну, пока имеем, что имеем, смотрим на этот бой в ожидании. Не тянут новые сборки против Роар Багамута. Вот, к сожалению, пока не тянут. Но у меня еще остается Апокалипсис, так что... В принципе, не беда, и не страшно. Но все равно. Устроены так люди, желают знать, что будет. Не, и против Белела тоже не тянет. Тоже так себе сборка. Но внешне они все офигенны. Даже вот в этих странных цветах они все равно все офигенны. Ну что ж, финальные тесты. Роар Багамут против... Савьор Белела. Слушай, интересно. Ну я прям уже жду новенького спрайза на Астрал. Там столько сборок, 16-20 комп. Или, хотя тут написано вообще 600 комп, супер плюс. Да, вот эта сборка, кстати, неплохо себя показала. Даже, я бы сказал, вот как-то они с цветом схалтурили, да? Очень уж цвета похожи. Могли бы вот этому Белелу из набора другой все-таки цвет дать. Но неплохо. Не прям ужасно. Я считаю, что они хорошие. Я уверен, что если тестировать эти сборки с кем-то, но не с Багамутом, я думаю, они себя проявят еще. О-о-о-о-о! Как-то так. Друзьяшки мои, вот такое с вами было видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Скоро будет много всего интересного. Лучше всего Гамош. Огромное спасибо всем, что были сегодня все здесь со мной. Всех безумно люблю, обожаю, уважаю. Вы мои самые лучшие красавчики. Ночи всем пока-пока. Выиграла, кстати, вот эта сборка прям топчик оказалась. Класс. Всем пока-пока.